Как всегда, винтари, ребят, сегодня у нас будет небольшой эксперимент в Роблоксе. Да, ребят, сегодня я буду проверять, за сколько же меня времени забанят в Роблоксе, если я буду активно использовать читы. Я решил провести данный эксперимент в связи с тем, что недавно Роблокс как раз таки тестировал новый античит, и мне было интересно, как он все-таки работает. Поэтому, ребят, я создал новый аккаунт и решил скачать какие-то непонятные читы, чтобы сейчас, ребят, это все протестировать. Ребят, я сразу вам говорю, я настоятельно не рекомендую вам использовать читы, ведь, ну, во-первых, так неинтересно играть, во-вторых, это очень, правда, плохо, и никогда, в общем, не используйте читы. В общем, ребят, ладно, сейчас мы приступим к самому эксперименту. Итак, ребят, я вот, собственно, думаю, вы уже заметили, что я зашел с читами. Читерить я буду сегодня в арсенале, да, вот так вот. Короче, я тут скачала имбот, и также я скачал ESP. Мне кажется, что все сразу же заметят, что у меня читы, и будут писать в чате, к примеру, типа, что-то типа хакер, хакер и так далее. Ну, мне так лично кажется. В общем, ребят, вот так вот, посмотрите. Я только зашел, у меня уже сразу 9 кило, в общем, такие какие-то... Читы, в общем, ребят, как только я, не знаю, они начнут что-то писать, я вернусь. Опа, ребят, уже какой-то первый чувак написал, что я хакер. В принципе, это и так понятно, я всех убиваю с расстояния, так что это на самом деле не удивительно. Но первый чувак, по крайней мере, уже написал, и, скорее всего, сейчас меня зарепортуют все, и меня, скорее всего, сейчас забанят. Да, давайте опять Bringo включим. Продолжаем всех убивать, сейчас все опять будут говорить, что я хакер. В принципе, это правда, никто не может никого убить, потому что я все, посмотрите, ребят, просто на список киллов, я просто всех убил, просто, уже половина людей вышла просто с сервака. Я знаю, конечно, сейчас вы скажете, что вот, Винтер, ты такой плохой, но, ребят, это все ради эксперимента, это все ради науки, так сказать. Опа, 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 блин, а вот с ножа я уже не могу убить, вот черт, блин, но зато все равно... Ну, все как бы поняли, что я хакер. Но, блин, надо подождать, пока Брингол уйдет, и тогда я смогу с ножа убить. Потому что пока Брингол не ушел, тогда, в общем, не смогу. Все, ребят, вот так вот я победил. Я не знаю, давайте сейчас поменяем сервер, потому что здесь только один чувак написал, что я хакер. И, возможно, вот там пишет, к Дино ГФ хакер, да. Ну, давайте еще одну катку на этом сервере, пожалуй. Сыграем. Я просто очень сильно хочу, чтобы тут все писали, типа, вот, хакер, фу. И что-то типа того. Кстати, давайте купим это. Я не знаю, зачем я это здесь купил. Все равно этот аккаунт, скорее всего, забанят, в общем-то. В общем, ребят, я там такой посидел, и в итоге решил, что меня там так и не забанили, ребят. Поэтому я знаю, где меня точно забанят. Башня ада. Опа-ча, я попробовал включить флай, и меня, ребят, кикнуло. Опа, ребят, у меня есть B-Tools, давайте попробуем поудалять какие-то стенки. Ну, правда, у меня это не особо, правда, получается. Ага, получается, смотрите. Опа, а чё так? Ой! Что? What the f... А, ребят, я понял, что я сделал. Я удалил для себя эту фигню, ладно. Ребят, по-моему, я переоценил Tower of Hell, потому что посмотрите, что я могу делать. Я могу просто удалить эту фигню. По-моему, ребят, я действительно переоценил Tower of Hell, и здесь не такой уже крутой античит. Вы просто посмотрите, что я делаю. Просто удаляю для себя лазеры, спокойно через них иду. Ну, классно, да, очень круто прям. Блин, я реально думал, что в Tower of Hell жесткий античит, а они здесь вообще ничего даже не делали, серьезно. Против B-Tools'а вообще никакой защиты нету. Я вот просто себе спокойно тут иду. Кстати, вот эти фигни тоже можно будет удалить. Вот так, а, черт, ну, вот... От нубла про... Зато они здесь защитились от флая и от этих, и от инфинит прыжков, да. То есть, если я, например, флай захочу включить, то меня сразу кикнет. Но зато я могу удалять, по крайней мере, лазеры, да. Мне кажется, что если на всяких там турнирах или, например, батлах по типу как RuRB Battles, типа, ну, игроки даже же не заметят, что он вот так вот удаляет. Серьезно. Вот так вот можно просто удалить и все. И ты просто ничего не делай. Опа. Вот, все, я спокойно себе прохожу. Мне все равно, на самом деле, я так даже башню ада сейчас могу пройти. Вот давайте вот это вот удалим. Опа. Все, давайте, сейчас я хочу просто попробовать пройти. Вот, ребят, просто посмотрите, что я сделал. Я вот там вот простроился просто себя. Я даже, на самом деле, не прыгал почти. Я просто себе все простраивал, ребят, и удалял всякие лазеры.
если это были. Вот так вот на изи я просто прошел башню, ребят. То есть, серьезно, какой-то, если честно, фиговый античит, и мне кажется, что зря вот так вот всех игроков тревожили и банили. Ладно, если бы они сделали нормальный античит, но, по-моему, это какая-то фигня. Серьезно, при том, что это даже не платный чит. У меня сейчас пользуюсь каким-то бесплатным левым читом, который я скачал из интернета, который может скачать любой пользователь. Я не понимаю просто, зачем они тогда банили столько человек. Вот просто, ребят, посмотрите, я прошел, все. Я даже, по сути, ничего не делал, просто вот смотрите. Знаете, что я сейчас могу сделать? Я вот просто, смотрите, могу продублировать эту фигню и опустить ее прямо в самый низ, вот, чтобы все игроки могли проходить башню в самом низу. Вот, вот, вот это, не могу ее продублировать. Ладно, неважно, но, думаю, суть вы поняли, что, короче, какая-то дичь полная. Вот, вот эту вот платформу могу куда-то перенести, не знаю, вот. Давайте куда-то вниз ее переместим. Вот, все, я могу спускаться вот так вот. Тут просто всю башню могу тебе застроить. Короче, это просто какая-то дичь. Я не знаю, почему разработчики Roblox такое сделали, но, по-моему, это полная фигня. Серьезно, ребят, полная дичь. Мне это обново вообще не понравилось, серьезно. Нет, ребят, это вы не подумайте. Я просто сейчас читерил не только в этом плейсе. Я читерил в куче других плейсов, но это просто было за кадром. Просто там вообще было неинтересно, игрокам было вообще пофиг. И меня так и не забанили, не знаю, ребят. Вообще, какой-то хреновый новый античит, в общем. Ребят, ну как всегда, Винта, я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока-пока.